Как снять очиститель стекла задней двери? Первым делом мы отсоединяем шланг от форсунки омывателя стекла. Поднимаем колпак рычага очистителя. Так, сейчас ключом на 10, не полностью, отворачиваем гайку крепления рычага очистителя стекла. Подкладываем что-нибудь мягкое, чтобы не испортить держатель, рычаг наш. И сдвигаем рычаг со шлицевого вала наверх. И гайку полностью отворачиваем. И снимаем рычаг вместе со щеткой. Ну и сборку делаем в обратной последовательности. Одеваем назад рычаг наш. Параллельно при установке смотрим, чтобы наша щетка, чтобы она у нас ни внизу была, ни вверху. Вот ее положение. И в таком ее положении одеваем. Фиксируем на шлицы. Заворачиваем гайку. Опускаем колпачок рычага очистителя. И подсоединяем назад шланг форсунки омывателя стекла. Включаем зажигание и проверяем дворник во время работы, чтобы во время работы он тоже у нас не опускался ниже стекла.